Кто же все-таки победит? Ниндзя, который бесшумный как тень, убивает под покровом ночи? Или каратек, для которого честь это все, и бой должен быть только глядя врагу в глаза? Привет, ужасное как цветение сакуры минотавры. С вами Федорович, а вы на канале Muay Thai CK. В этом видео мы посмотрим, что из себя представляют ниндзя и каратисты в нынешнее время в реальном бою. Думаю, сразу нужно сказать, что это спарринговая встреча между школами ниндзюцу и каратэ-до, а не бой насмерть, из которой мы посмотрим на два боя. Также хочу отметить, что бойцы дерутся по ограниченным правилам. Удары руками только по корпусу, удары ногами куда угодно, а также разрешен клинч, броски и переводы в партер. В общем, от ниндзи метания звездочек мы не увидим, но есть надежда, что он начнет бить пальцами в смертельные точки или хотя бы парализует противника ударом в нервный узел. А тем временем в первом бою каратист выглядит получше. Он попал ногой в голову через обманный удар, также пробивал колени в клинче и подсечкой перевел в партер. Правда, добивать там нельзя. Пока что от ниндзи, кроме одежды, мы ничего не видим. Если каратист хоть пытается работать ногами и делает попытки достать ударом, то мастер ниндзюцу просто стоит и отходит. Я даже не припомню от него ни одного толкового удара. В общем, бой закончился, а мы, к сожалению, так и не увидели, как ниндзя одним прикосновением отключает каратиста, который уже почти перебил ему ногу ребром ладони. Как говорится, в деревне без птиц и летучая мышь соловей, поэтому не судите строго, кто был в школе, того и выставили. Теперь перейдем ко второму бою. Вот это серьезные бойцы. Мне кажется, что каратисту лет 16, а ночной убийца занимался ниндзюцу по фильмам 90-х на видеокассетах. Техника ударов руками у обоих поражает так же, как гепард, летящий на звездной улитке. Ниндзя так вошел во вкус, что даже начал принимать смертельную стойку дикого слона,
готовый схватить свою жертву и разорвать ее железными пальцами солнечного богомола. Все-таки этот бой совсем другой. Здесь каратист уже работает только руками, а ниндзя добавляет ноги и не остается в долгу. Как говорится, в красивом наряде и конюх красив, поэтому одежда ниндзя дает сразу плюс 20 к силе и уверенности. А это уже превосходство. В мелких водах волны шумят громче, и наш каратэ-кит решил переломить ход поединка, постоянно осыпая несокрушимого ниндзю своими ударами. Правда, он уже подустал, но ничего, главное стремление в звездное небо, а раздавить ползающего ужа всегда успеешь. Что-то наш ниндзя совсем подсел после минуты боя. Все-таки не хватает ему катаны, а то бой в рукопашку — это для слабаков. Но неведение — это блаженство, поэтому не были наши мастера готовы к зарубе, ибо не ведали, что это тяжело и не как в кино. Пишите в комментах, что вы думаете про этих ниндзя-каратистов. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай поучатся тайному искусству смерти. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите научиться драться в домашних условиях или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.